нас тут чемпионат мира. Угадайте, здесь пока средний ничего не изменилось. По-прежнему лидер Николай Егоров. Очень уверенно он лидирует. В группе М60, то вот Борис Роганов, он лидер в группе. Геннадий Карпов выступает за группой М70, Тарик Алиев. 4.32. Еще один круг до финиша Леонид Ильцаев. Владимир Грошев. На заключительный круг спортсмены убегают. Ну а лидеру забега остается чуть больше 100 метров до финиша. Финишер первым. Юрий Чертянов финишировал. Группа награждения приглашается призеры беги на 100 метров женщины и мужчины. Анна Бряткина, Яна Митрополяр, Ирина Копчугова, Владимир Яшин, Александр Рыбцов, Андрей Ларионов, Роман Емельянов, Игорь Чистяков, Дмитрий Толчков, Андрей Коломоец, Дмитрий Ясин, Михаил Сураев, Владимир Пузырев, Валерий Кузьмичев, Михаил Вальчири приглашаются в группу награждения. Николай Волосков, Мугит Мукашов, Ренат. Вот так готовятся мужчины. 1500 метров, второй забег. На старт. Волков, Рената Залетинов, Леонид Никитин, Сергей Кумейко, Роман Варламов, Лев Гришин, Сергей Воробьев, Юрий Володин, Дмитрий Антонов. Награды вручает заместитель председателя Федерации России в Москве, почетный судья по спорту Советского Союза Владимир Николаевич Трубочкин. У мужчин на дистанции 100 метров
Группа М-35, бронзовый призер Андрей Ларионов. Результаты второго забега 1500 метров мужчины. Роман Варлапов был первым 4:29.1. Второй Ренат Аверетинов 4:30.8. Третий забитый Сергей Воробьев 4:31.1. Игорь Чурбанов 4:44.1. Лев Гришин. Сергей Куменко 5:10.6. Юрий Карупаев 5:28.3. Результаты первого забега Николай Егоров 5:13.9. Мы готовим дистанцию, перемещаем колонки к старту на 400 метров, и это будет являться заключительным видом на беговой дорожке. Служба дистанции, пожалуйста, у нас 400 метров, колодочки нужны на старте. Ну, конечно же, убираем. Спасибо.
Участницу приглашают к месту старта. 400 метров. Участницы, пожалуйста, идет регистрация и готовим место старта. 400 метров. Первый забег. Итак, участниц всех приглашаем в район старта на 1500 метров. Оттуда вас будут выводить. И, и там будет это, да? Бежать! Там будет это, да? Уже показал да. В ветеранской группе ВКонтакте. И там это фото открытие. Это не фото, это видео. Я снимаю кино. А там будет, это можно будет смотреть, да? Да. Она в каждом кадре. Спасибо. Да. С меня 150-й булочка с изюмом. Я знаю, что Володя будет... Внимание! Ты даже начинать не хочешь. Вот я вот сейчас буду меня тянуть. Сейчас тянет, сейчас выйдешь отсюда и все. Будет тянуть. Татьяна Суркова, Светлана Чекрыгина. 55 и 45.
и Наталья Титаренко. Сейчас будет группа 40. Один раз заступился, один раз не заступился. Ну, в принципе. Да, да.